Всем привет, и с вами Бани. И сегодня мы поиграем в замечательную игру под названием The Sims 4. И в прошлой серии у нас родились малыши. Это наша Даша, то есть. Это Игорь и наша Оксана. Пенелопа родила двойню, а наша Юми только одного члена семьи. Теперь они сейчас будут взрослеть. Потому что слишком долго они уже в своих. Да, и кстати, я выбрала работу для наших персонажей, которые уволили. Ну, во-первых, Дон будет у нас космонавтом, а Юми будет массовик-затейник. Да, поскольку она очень расстроилась, потому что ее с работы уволили. Представляете, какая печаль. Так. Все, день рождения будет сейчас. Уху, Дарья, повзросли детство. Так, ты будешь у нас творческое дарование. Да. И ты будешь у нас любить природу. Так, Оксаночка, ты будешь вот вундеркиндом и будешь... Нет. Ты будешь дружелюбная. А нет, ты будешь меломаном. Я придумала. Да, ты будешь меломаном. Маленький. Нет, стоп. Ты поняла? Тебе нужно повзрослеть. Давай, чувак. Снюшкой тебя. Игорёшек. Ты будешь... Ну, давай. И веселый будешь. А сейчас, мои детки. Зайчики мои. Солнышки. Сейчас мне главное не перепутаться, а подобрать костюм. Давай. Отлично, сейчас всех мы переоденем. Надеюсь, можно же. Ой, давай, пожалуйста. Быстренько, быстренько. Сейчас все будет. Отлично, мы всех изменим. Так, ты у нас... Отец и брат. Так, ты будешь у нас художница. Художники очень такие творческие личности. Поэтому ты будешь самая красивая, да? Ну, в смысле, не самая красивая, но красивенькая. Тут у нас немножечко темненькая. Ну, хорошо. Ты будешь голубенькая. Такая красивая футболочка. Ну, потому что она любит природу. Теперь давайте юбочку на... Ой, не надо тебе в трусы. Давай такое. Нет. Вот так вот неплохо. Значит, такая будешь. Лицо, ну, мне кажется, такое, большие глазки. Я не буду изменять. Очень красивая. Так. Обувь. Носочки я хочу, чтобы ты сняла. Ты будешь приличным. В слепонах. Такие штукенцы. Очень классные. И мне очень нравятся. В этой носочечке оденешь только... чтобы их видно не было. Вот такие, только не черные, а беленькие. Либо голубенькие. Нет, выделяются. Значит, без носочков. Значит, вот так вот. Будешь у нас ходить. Давай тебе причесочку изменим. Так, с головные упоры. Здесь что-нибудь нет. Угу. Давай тогда ты будешь... С кулькой, наверное. Наверное, вот такая ты будешь у нас. Тебе украшения надо будет какие-нибудь? Так. Нет, не будешь у нас такая. Весь сережечки. Нет? Ну и ладно. Это у нас вот такая будет одежда. Теперь костюм. Ой-ой-ой, сними это.
Немедленно, пожалуйста. Но тебе не идет. Так. Костюм как-то официально должно выглядеть. Вот так будешь выглядеть у нас. Туфельки у нас розовенькие будут. Спортивные. Сними сейчас же очки. Ты не будешь у нас какой-нибудь такой заучкой, если можно так сказать. Так. Давай ты будешь у нас бегать вот так вот. Ух ты, какой классный наряд. Ну нет, ты, пожалуй, вот так вот будешь у нас бегать. Либо так. Наверное, вот так вот. И бегать ты у нас будешь в белых. Так, спальная одежда. О, господи. Ох. Придется мне повозиться. Ладно. Давай ты будешь спать. Вот в такой ночнюшечке. Тебе нравится? Просто молчу. Просто не очень классные. Так, давай ты все-таки будешь в тапочках, как нормальный человек. Так, я хотела вот сейчас вот такой наряд. Он мне нравится очень. И давай тебе оденем, если ты так хочешь. Вот так вот. И купальные костюмы. Ну, можешь вот так вот ходить. В принципе, все. А теперь ты, Игорь. Ой, глазки. Ну ладно. Здесь же такой весь красивый. Очень красивый. Видишь? Моторика. О, боже. Так. Ты будешь таким пацаненком. Пацаненок. Неплохо. У нас он худой, очень худой. Ну, ладно. Так, не надо мне тут в трусы одевать. Такие штаны. И давай вот такие вот ботиночки. Он особо нормально. Переодеваться так не будет, чтобы прям сочеталось. Он же пацаненочек все-таки. Маечка розовая. Нормально он, в принципе, выглядит. Мне нравится. Нормально у нас такой будешь. Ой, божечки, ну дырки будут наши. А ты дочь кого? Оксан. Оксаночка. Ты дочь кого? Ты Юми. Отлично. О, господи. Так. Придется поработать. Музыкантом у нас будешь. У нее глазки маленькие. Что, вот мне не нравится? Ну, ничего страшного. Думаю, потом она красивая будет. У нас очень. Так, ты оденешь так вот. Ой, ой, очки, боже мой. Либо ты будешь в очках, но модных. Гарри Поттер. Ох, ой, я не буду над тобой издеваться. Не хочу над тобой издеваться. Мне тебе просто жалко очень будет. Так. Прекрасно, ты в этих носках просто сногсшибательно. Сногсшибательно. Так, неплохо. Один мальчик был очень красиво одет. Я тебя в костюм одену, жираф, и все. Так, только тапочки одень. Замерзнешь. Ух. Боже мой. Ух, ух. Этот стиль меня просто убивает. Просто совсем. Пожалуйста, не травмируй мою психику.
Вот очки сними, пожалуйста. Ой, с тобой мы будем заниматься больше всего. Так, и купальные костюмы. Давай, убей меня. Убила. Так. Напишите в комментариях, будем ли мы переезжать с родителями? Ну, то есть, когда они совсем вырастут. Ладно, все. Баня сбилась с мысли. Ничего страшного. Ой, давай, загружайся. Пожалуйста. Наши родители сейчас будут очень упорно стараться работать, чтобы дом, получается, чтобы переехать в очень дорогой дом. Он стоит там где-то 100 сколько-то тысяч. Возможно, я использую код. Я еще не решила, но... Ой, сколько у нас человек, нас очень много. И мне очень тяжело со всеми ими управляться. Мне кажется, что когда они вырастут, ну, когда они будут там молодыми или подростками, то они переедут. Все разрешится. Так, просто иди спать вот сюда. Либо, скорее всего, я использую код. Дон, ну ты знаешь, чего я от тебя хочу. Собрать весь урожай. Полить не надо там теперь. Собери весь урожай. Дети, спать. А кто у нас домашнее задание делает? Художница. Даже Игорь делает. Оксан, ты же там вроде вундеркинд. Давай домашку делай. Домашку никто не отменял. А потом вы как все сделаете? Ох, как вас много, как вы кричите. Смена обстановки. Джей программирует как рок-звезда. Этот его неожиданно приводит на должность, которую ничего не смыслит. Джей молодец, как еще смениться попросить помощи. К сожалению, никто не знает, как решить проблему. Особенно Мэриджер. Так. Так, кто закончил домашнюю работу? Так, Игорь, иди спать, уже поздно. Ну как, 7 часов, ну. Все равно. Выспались. Ох. Нам призрак звонит, ребят. Вот это нормально. Сейчас, скорее всего, я использую код. Сейчас я все возьму в багаж. Просто хочу, ну, пожалуйста. Ох. У нас так неплохо денег будет сейчас. Хорош. Ковер. Ковер мы так продадим. Вот так вот. Ух, компьютер. Это мы можем продать. Это VIP. Я хочу... Я просто это перемещу в багаж. Так, да, он старался. Мы это все продадим. Вот отлично. Все, меня теперь совесть не мучает. Вот медитацию мы тоже переложим. Ох, ну этот дом я построила сама. Я так этим горжусь. Потому что мне никогда не получалось строить дома. Так, сделайте мне утро. Утро. Так, берем вот это вот багаж. Все, багаж. Так. Ох, если нам не... Не знаю, что я сделаю. Прощай, домик. У нас 115 тысяч. Да уж. Думаю, одной медитации нам достаточно будет. Одного коврика тоже. Часы не продам.
Немножко. Мне хватает совсем немножко. Можно я использую? Я уже их выселяю. Потому что по-другому никак. Я вяжу testing cheats. Так, я неправильно все написала. Testing cheats. True. Нет, не так. True. Cheats enabled. Я очень не люблю его прописывать, но мы должны переехать, потому что я их уже всех отправиться. Не надо отправляться. Нам нужно просто переехать. Вот домик я уже отредактировала. Его я уже решила, в какой мы поедем. Я надеюсь, нам денег хватит. Просто надеюсь. У меня ничего, кроме надежды, ничего нету. Я молчу, сколько нам не хватает. Как-то я так немножечко. О, это мне придется еще раз код вписывать. Я честно все отработаю. Может, я просто уже удалила дом. И мне казалось, что он стоит дешевле. Но тот дом просто роскошный. Он очень классный. Так. Назерлуд. Нет. Мазер. Ой. Мне очень жаль, что придется прописывать код. Так, быстро переместить семью, потому что мне жалко очень детей. Они хотят спать, они все хотят. Они маленькие еще. И они на улице сейчас стоят. Поэтому никак. Вот наконец-то я могу купить этот дом. Все. Этот дом просто шикарный. Он мне настолько нравится, что не могу. Ну, в крайнем случае, в реальности нельзя никак заработать на этот дом, потому что он просто очень дорого стоит. Хотя нас и много, но это ничего нам не дает. Отлично. Мы рядом, кстати, с морем. Море! Так, где наш дом? Сейчас я вам его покажу. Он просто прекрасен. Он вообще... Вот такой вот он светленький. Тут родители будут спать. Сейчас я как раз родителей уложу спать. Так, ты спишь тут. И ты спишь тут. Я старалась сделать комнаты. И внизу есть. Уху-ху. А как? Классно. А я не знала. Вау, а я правда не знала. Сейчас давайте изменим цвет, а то оно темненькое такое, мне не нравится. Тут телек можно посмотреть, вообще нормально все. Круто. Вау. Балдею вообще. Классно. А если бы не купили, то не знали. Так, отлично. Теперь берем. А это спальня Юми и нашего этого Джея. Тут у них большая-большая ванная. Тут гостиная. Кстати, еще стилик заменим. Телевизор есть. А, не, нету. Часы. Поставим часы. Не знаю, зачем я их туда втулила, но... Просто. Вот тут будет наш спать мальчик,
А тут девчата спать будут. Старье какое-то. Так. Быстренько в белый мне превратила. Не превращу. Ладно, давайте сейчас музыкальный инструмент какой-нибудь. Потому что у нас меломан. Одна девочка у нас. Так, пианино. Пожалуйста. Алло. Фортепиано. Где же ты? Фортепиано. Угу. Как бы нам плавно намекают, что не получите вы фортепиано. Как это называется? Давайте пианино введем. Пианино. А вот. Нам повезло. Рояль. Она заползет? Ну, надо нам, потому что вот играет она. Будет играть, точнее. Девчоночки. Вундеркинд мой хороший. Ты спать хочешь? Да, 20 уже. 20. То есть 8 часов. Все спать, просто спать. Этот дом просто, я не знаю, он прекрасен. Я не могу как-то выразить по-другому. Он очень классный. Да, и кстати, поскольку Дон у нас очень старался и выращивал эти растения, вот да, они будут тут жить. Раз, два, три, четыре, пять. Тут четыре, а тут пять. Шесть. Ой. И тут шесть будет. Кстати, это можно продать. И это можно продать. 28 тысяч. Прекрасно. Так, нам нужно освещение немножечко. Немножечко, совсем немножечко. Так, освещение. Свечки. Да уж, оригинальненько. Эу, свет. Не знаю даже какой тут цвет, ну ладно. Все. Просто ложитесь спать, пожалуйста. Ой, свет выключать. Выключите источники света. Так, и еще. Ты проснешься, пожалуйста, Юми. И ты. Заказать услугу. Я хочу прислугу заказать. Потому что у нас много денег, да. Очень много денег. А заказать услугу. Так, доставка пиццы по расписанию. Массаж. Прикольно. Там спать. И да, здесь 05, четверг. А тебе там не надо? Тебе скоро спать? Что? Что такое? Все спят, это хорошо. Мне очень нравится этот домик. Сейчас мы дождемся, пока утро будет. Я вам его покажу во всей красе. Потому что я не хочу будить наших любимых детей. Ой, хихикают. Прекрасно. Ты разбудила свою сестру. Которая тебе не сестра. А кто она тебе получается? Знакомая. Ну сейчас ходит она в туалет. Давай, давай, быстрее. Нет! Ты можешь и в этот идти, не волнуйся. Так, ты... учись. Иди в туалетик. Она не может еще рисовать. Ничего страшного. А сейчас знаете, что мы ей купим? Можно купить для детей. Есть такая штука. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот столик. Сейчас столик. Ты где?
Столик. Он же ж был. Как так? Так нечестно. Столик, ну ты где? Тебя все равно найду. Сейчас. Сейчас. Вот так можно найти. Вот, творческий подход. Вот прекрасно. Ты можешь рисовать формы. Конечно, что же делать в 3 утра? Конечно же, заниматься какой-то фигней. Рисуй. Оксана, как дела? Ты кто? Что? Иди, бушечки. Ой, ну, кстати, день рождения сегодня. Иди телек посмотри. Кстати, у Юми день рождения. Да? Я права? Я права. Ты повзрослеешь? Давай повзрослеем. Действие. Прекрасно. Сейчас все родители отправятся на работу. А я пока включу свет. Все источники света. Сейчас я вам покажу этот дом. Для начала мы заходим. Так, дом. Я знаю, что это нехорошо, но надо. Дон. Дон, ты где? Убрать и помыть. Ладно. Так, все, тихо. Тут прекрасные у нас растения. Мы их сами садили. Тут фонтанчик. Мне очень нравится. Правда, тут ламы. Ну ладно. Но все равно хороший фонтан. И тут поилка для птиц. Теперь можно сюда посмотреть. Тут очень классный такой тоновисик, наверное, называется. Ну ладно, бассейн. Очень чистая водичка. Тут столы разные. Тут что-то можно сделать. Ух ты, игрушка какая-то. Ну ладно. Заходишь тут. Тут кухня и столовая совмещена. Тут маленький туалетик. Спальня Пенелопы. Спальня Юми. Тут, понятно, дом, тут Джей. Теперь большая ванная комната. Тут развлекаться можно, то есть гостиная. Тут спит наш мальчик. Тут он может выйти. Что такое? Что такое? Закроем ковриком. Что это вообще такое? Ладно, сейчас мы все закроем. Ух ты! Давайте зелененькая, как травка. Почему так много нельзя? Чтобы как будто травочка была. Травушка, муравушка. Вау, где-то у нас травка. Вот так вот, прекрасно. Вот тут вот травушка-муравушка, тут можно заниматься. Тут спальня нашего мальчика, как я уже говорила. Вот тут вот туалетик. Тут наши девочки спят и развлекаются. Кстати, у них очень новый компьютер. Ладно. Думаю, на этом можно закончить серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите продолжения. А с вами была Баня, и всем удачи, и всем пока!